Ух ты! Газетка для меня! Спасибо, почтальон! А ну гони деньги! Ла-ла-ла! Я расплачусь! Ля-ля-ля! Как всегда. Я уже читал все эти статьи. Давай, поторопись. Привет! Сквидвард, мой любимый внучок. Может, потому что единственный. Что-что? О, ничего, милый. Рекламу не предлагать. Нельзя, чтобы Сесил водил тебя за нос. Не забывай, мой мальчик, ты Тентаклс. И нас никто не надует. Вот взгляни на своих крутых родственников. Они умели постоять за себя. Это твой прадедушка, Тентаклс Гум. А вот твой кузен-гангстер, Эдди Соско Тентаклс. И вот твой прадедушка, Тентаклс Змееборец. Я прикончил Гидру. Ой. И взгляни на эту брутальную дамочку. Бабуля, это же ты. Да ясен перец, я. И я помогу тебе вырвать свои деньги у этого скряги. О, спасибо, бабулечка. Раз уж ты такой слюнтяй. Что-что? Ничего. Да? Ты должен моему внуку деньги. Деньги на бочку петь с глазами. Нет, спасибо. Я уже ни разу не давал ему. Свалил, ищи, свищи. Так, куда же подевался этот жмот? Спасибо, что хоть попыталась. Идем. Мы не уйдем, пока не вернем твои деньги, малохольные. Что-что? Ничего. Волосы из усов. И еще тепленькие. Он где-то рядом. И даже еще ближе. А ну гони деньги. Эй, может быть, тут деньжата завалялись. Может, так найдутся деньги. Пентаклсы, получите свои денежки. Ну все, крохобор, гони денежки. Я не буду платить за эту газету. В ней нет букв. Срочно, срочно! Скупердяй стар не платит почтальону! Теперь букв полно, плати! О нет, не бейте меня! Ваши деньги там! О, я поверить не могу! Денежки за 5 лет доставки почты! Спасибо, бабуля, спасибо! Спасибо! Эй! А деньги-то тают. Они сделаны из папье-маше. Какой-то тут подозрительный запашок. Да просто рыбный. Так, поплачь на это. И на это тоже. Что? Тут что? Все сделано из папье-маше? Вам не выжить денег из старов! Слышите меня, навязчивые почтальонюшки? Сесил, может, и лопух, но вот Дедрик — это умный перец. Поэтому-то бабуля к нему и неравнодушна. Что-что? Ничего, милый. А, ну и ну. Не уверена, что это лучший номер для новой ночи.
угроза для общества. Я пытаюсь уснуть. Хватит с меня твоего глупого шоу. Это никакое не ток-шоу. Это просто стихийное бедствие. Сейчас я прикрою эту никудышную лавочку. Хватит смеяться, вы же его поощряете. Почему вы смотрите эту ерунду? Вы просто безумцы. У нее это коронная фраза. Вы просто безумцы. У меня нет на это времени, я ухожу отсюда. Что это? Дурацкий майонез. Ну вот, она ушла. Дальше смотреть незачем. Да, интересно. Да. Что произошло? Мы лишились своей аудитории. Эй, друг, надеюсь, что ты нам заплатишь. Очередное прекрасное утро. Вы простофили слабоумных. Наконец-то. Назад! Пошли вон! Наша звезда! Люблю тебя, бабуля Тентаклс. Да, я безумец. Слишком рано для этого. Вон с моей лужайки. Вы просто... Хватит меня перебивать! Вы просто... Безумцы! Вы просто безумцы! Аксессуары бабули Тентаклс круто! Сколько стоят эти зубы? Критики в восторге от бабули. На этот раз они отстали. Прошу прощения. Можно взять у вас автограф? Это зачем? Эй, подожди минутку. А ты разве не водитель? Да, но что куда важнее, я президент фан-клуба бабули Тентаклс. Мы зовем себя бабулиманы. Что за ерунду ты несешь? Какой еще фан-клуб? Вот этот. Нет. Сюжетный поворот в третьем акте. О, чушь. Второй акт еще не закончился. Меня швырнула бабуля Тентаклс. Надеюсь, вы легко переносите расставание. Где же тут громкость? Беспокоит сухость в глазах? Попробуй влажный взгляд. Побочные эффекты: сухоглазие, большеглазие, мелкоглазие, человекоглазие. Все еще не слышно. О, ладно, это я услышал. Отстаньте от меня, отстаньте от меня! Да уж, упорные ребятки! Не могу смотреть! Не могу смотреть! Ой, случайно включил субтитры. Ключа! Тентаклс, ваш выход! А, наконец-то! Ай, ну что за... Шоу Патрика Стара представляет зомби-преображение от бабули Тентаклс. Все зомби хотят чувствовать себя красавцами, отправляясь лопать чужие мозги. Это как зомби обычно без обуви,
что очень важно держать эти гнилые пальчики красивыми, пока эта мерзость не отвалилась. И не забудем про пальчики на руках. Они бывают такими грязными после вылезания зомби из гроба. Расслабляющий массаж придаст коже здоровый блеск, а мне хорошие чаевые. И наплюйте на тонус кожи. Ну, подумаешь, будет немножечко в пятнах. Они ведь зомби, всем плевать. И несмотря на то, что вы нежить, это не значит, что вы не можете быть сногсшибательны. Даже мелкая, как ведущая, я лучше, чем любая морская звезда. Ой, прошу прощения. Тут вроде кто-то что-то сказал. Давайте следующего ведущего. Что мне делать? Сплясать чечетку, бальные танцы или ча-ча-ча? Застегни! Привет! Я Патрик! И мой любимый цвет — розовый! Все не то! Я Патрик! И мой любимый цвет 12. Поехали! Ли-лу-ли-лу-ли-лу-ли. Ну, ладно.